оглядывается и смотрит, кому бы отдать. Здорово, а пока выигрывает. Здорово. Он штрафной. Лукаку. Где удар? Гол! Как здорово сыграл Лукаку. Это фантастика. Как он все замечательно сделал. Убежал, посмотрел, зацепился за мяч, обыграл одного, на спине протащил второго. Посмотрел, собрался. Раз, два, качнул корпусом. И с левой ноги в дальний нижний угол. Это фантастика. А что сделал он с Гарри Кейхелом? Посмотрите, дорогие друзья. Да. Превратил в очередного зрителя. Гарри Кейхелу нужно теперь с компасом ходить какое-то время, чтобы вообще понять, куда найти ориентир какой-то, куда ему двигаться, потому что... Да, логичная замена, конечно, нужно усиливать атаку. А у нас опять Лукаку. Гол! Говорить, насколько хорош форвард, который забивал. Ну и передача, конечно, тоже. Посмотри, какая. Посмотри, как здорово все сделал игрок. Ну-ка. Иванович опоздал. Иванович, во-первых, не выдержал линию офсайда немножко. Он зашел за нее. То есть он лишил себя какого-нибудь метра, а может быть двух, нужного пространства. И он проиграл, он не дошел, он не успел помешать. Хорош Лукаку, конечно. Посмотрел перед ударом, ты видел, да? И попал, куда надо попасть. Куда надо.